Сегодня на областном совете по информатизации мы обсудим мероприятия, предпринимаемые органами власти по популяризации оказания услуг в электронном виде, то есть что мы делаем для того, чтобы население больше пользовалось услугами, первое. Второе, вы все знаете, что Вологодская область получила федеральную субсидию на развитие информационного общества. И сегодня будут озвучены направления расходования субсидий. Мы планируем их обсудить. И если будут предложения, мы планируем внести некоторые коррективы. В прошлом году у нас была акция «Подключись к ИПГУ». Проводили ее, приурочили к дню интернет. Проводили в течение 3 месяцев, рассказывали населению о том, какие услуги можно получать на ИПГУ, как можно регистрироваться в единой системе идентификации для того, чтобы услуги получать с портала государственных услуг. Рассказывали о том, какие услуги. В прошлом году достаточно большое количество услуг было переведено, и мы проводили первого ребенка в Вологодской области, зарегистрировали его рождение, родители подав заявление через портал. Это произошло в декабре прошлого года. Ну вот сейчас уже есть услуги, которые востребованы достаточно много. Это получение охотничьих билетов, например, это регистрация брака, подача заявления на регистрацию брака, подача заявления на регистрацию ребенка. То есть, да, есть услуги, которые очень востребованы. Но, тем не менее, есть услуги, которые, к сожалению, на сегодняшний день пока остаются не востребованными, хотя переведены в электронный вид. И мы вырабатываем мероприятия, готовим, направляем информацию, каким-то образом пытаемся до населения донести то, что это удобный инструмент получения услуг, не нужно стоять в очереди, не нужно собирать справки, можно очень быстро, просто получить услугу, зайдя на портал, на единый портал государственных услуг. В электронный вид были переведены 9 государственных услуг в сфере занятости населения. Это содействие гражданам в поисках подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности или профессии, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан в возрасте от 18 до 20 лет, так называемое первое рабочее место. Содействие самозанятости безработных граждан, информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и информирование об осуществлении социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.